Здравствуй, Владивосток! Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех, кто пришел в этот прекрасный день на светлое и радостное торжество, посвященное Дню любви, семьи и верности. С 2008 года наша страна празднует самый душевный и по-семейно теплый праздник. Ведь нет ничего дороже и ценнее, чем семья. Для нас семья – это и тыл, и источник вдохновения, и сохранение традиций, почитания старших, уважение к родителей и, конечно, продолжение рода. Нехитрые семейные заповеди, помощь младшим и слабым, попавшим в беду. Соблюдая их, мы становимся сильнее, а значит, становится сильнее наша любимая страна, наша Россия. Давайте все вместе поаплодируем. Чудотворцам, что Господа и спросили, надежда, любовь и веру, и верность друг другу до гроба, и за гробом тоже примером, они нам сияют оба. Надежда, любовь и веру, и верность друг другу. Боже море и счастье Боже, искушение лучшего века, чтобы тьма не закрыла солнце, чтоб не множилось беззаконие, за нас с вами усердно молятся Петр и Февруния. Востокской епархии. Поприветствуйте, пожалуйста. Регент Ольга Григорьева. Уважаемые владивостокцы, дорогие приморцы, уважаемые гости дальневосточной столицы, для слов приветствия и поздравления на нашу праздничную сцену мы приглашаем губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка. Дорогие земляки, уважаемые наши гости, все, кто прибыли сегодня на эту праздничную площадь, где мы решили выходные дни провести этот замечательный праздник, с чем я вас и поздравляю. Это праздник семьи, любви и верности. Праздник, который символизирует
преданность своей семье, семейным ценностям, традициям. Именно то, что создает основу будущего нашей страны, основу нашей государственности. И неспроста президент в этом году объявил этот год годом семьи и верности. Безусловно, для Приморского края он имеет большое значение. Более 254 тысяч семей проживает у нас в крае. 24 тысячи многодетных, у которых воспитывается 358 тысяч молодых ребят. А более 1500 имеют 5 и более детей. Это огромное население нашего края, которое поддерживает со стороны правительства Российской Федерации, правительства Приморского края, более 33 мер поддержки и 11 миллиардов рублей мы направляем на эти цели, чтобы семьи были дружными, семьи были крепкими, меньше было забот, больше было возможностей к воспитанию детей, сохранению семейственности. Сегодня еще и день рыбака. И хотелось бы, конечно, в этот праздник поздравить рыбацкие семьи, кто ждет своих мужей, сыновей, спутины, ждет с надеждой, любовью и верностью, надежде на хорошие уловы, надежде на хороший заработок, который тоже дарует семье, надежды, которые указывают на новые возможности в его развитии. Безусловно, мы сегодня не можем не вспомнить о тех семьях, чьи мужья и сыновья защищают нашу родину тут, там, вдали от города Владивостока, на Украине, в Белгородской области. Ребята мужественно сражаются. Их семьям низкий поклон и уважение за терпение, веру и надежду. И мы знаем и уверены, что наши ребята вернутся с победой. Но семья была и есть, остается все-таки главной ценностью, где женщина является хранительницей семейного очага, воспитывает своих детей, помогает мужу в решении важнейших служебных, рабочих вопросов, многое впитывает в себя, где-то сглаживает те углы, которые возникают в каждой семейной жизни. Поэтому прежде всего я хочу вам пожелать, дорогие женщины, дальнейшей любви к своим семьям, к своим мужьям, к тому, чтобы именно через ваши сердца проходит то тепло, которое распространяется на всех нас, делает и нас более добрыми, более внимательными. И мы, конечно, с удовольствием в женские праздники дарим вам цветы, дарим вам подарки, восхищаемся вами, любим вас. Хочу пожелать всем успехов, здоровья, счастья, благополучия и уверенности в будущем. С годом семьи, дорогие друзья, с праздником! Благодарю, Олег Николаевич. Мы приглашаем на сцену викария Владивостокской епархии, епископа Уссурийского Иннокентия. Добрый день, дорогие братья и сестры, участники нашей праздничной программы. Вас приветствую всех. Я хочу в связи с тем, что сегодня тема особенная, тема о семье, вспомнить слова из Священного Писания. Многие вы их знаете. «Ибо оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будет плоть единую». Вот эти слова, которые мы часто вспоминаем, когда совершаем в храмах таинство браковенчания, указывая на то, что само семейное состояние человека есть Бога установленное состояние. Так повелел Господь, чтобы у каждого была, как мы выражаемся в простоте, вторая половина, чтобы следствием этого союза являлись дети. Сегодня, знаете, мы живем в такое время, когда иные люди, может быть, по-другому мыслят. И нашей молодежи навязывают, пытаются другие ценности. Мол, живи без семьи, детей не нужно, ну или там один ребенок пускай будет. Или живи себе в удовольствие. Ну, это такое очень привлекательное состояние. Кого-то, может быть, даже оно захватывает. Так вот, противовес этому хочется, чтобы подобных праздников, по которым сегодня у нас состоится, проходит на площади, было больше и чаще. Потому что раз такое время наступило, то нам надо наши ценности защищать и всячески популяризировать, и просвещать, и объявлять. Тем более страна наша
земля наша русская всегда славилась большими, многодетными, крепкими семьями. Хочется в этот праздничный день всем нам пожелать, чтобы мы действительно были верны. Вот из тех трех слов, которые являются девизом нашего праздника, День семьи, любви и верности, мне хочется именно сделать акцент на последнем, на том, что без верности, наверное, семьям сложно состояться и выдержать долготу лет жизни. Поэтому всем участникам нашей программы, всем нашим семьям желаю верности друг другу, чтобы Божье благословение, оно укрепляло наши брачные союзы, следствием чего становилось радостное состояние в наших семьях, благополучное, множество родившихся ребятишек и укрепление земли нашей, страны нашей и церкви нашей православной. Божье благословение да будет над всеми нами. С праздником всех вас! Благодарим вас, ваше Преосвященство, за такие хорошие и нужные для нас слова. На сцену приглашается глава города Владивостока Константин Владимирович Шестаков. Дорогие друзья, любимый город, здравствуйте! Я поздравляю нас всех с праздниками. А праздников в эти дни много. Наверное, самый важный для нас, для каждого из нас, это День семьи, любви и верности. Ну где мы счастливы? Конечно, когда у нас есть любимое дело, и мы можем созидать. Но без семьи, без спокойствия, уверенности, спокойного, теплого счастья семейного и счастья в наших детях, наверное, все остальное это не так важно. Важно показать, какой фантастический наш город, что он силен людьми, что наши люди, наши семьи – это гордость нашего города. Но и всегда мы помнили о том, что наши семьи – это самое главное. А праздник был еще одним поводом вспомнить о родителях, вспомнить о том, как ты любишь свою жену и своих детей, и провести чуть больше времени с ними. А любить свою семью нужно каждый день, вне зависимости от праздников. С праздником, дорогие друзья! Благодарю, Константин Владимирович! Вы знаете, дорогие друзья, конечно же, можно широко раскинуть руки и объять нашу замечательную, прекрасную Родину. Но прежде чем так сделать, нужно научиться ценить малую талику, семью, дом родной, улицу, родной район, край, регион. И только потом будет необъятная и любимая Родина. Именно так и называется песня, которая прозвучит следующей. Под ваши аплодисменты сводный мужской хор Владивостокской епархии. Скошенной траве, а надо мною небо над двое высоко. Я ищу мальчишка лет пяти, и радость моя моё, и счастье моё дети. Бабушкины сказки про любовь.
сводный мужской хор Владивостокской епархии. Также мы с большой радостью приветствуем молодую, семейную, только родившуюся семью, пару Егора и Евгению Харьковых, которые только что начали свой жизненный путь. Поприветствуйте, пожалуйста. Не изменен порядок на свете. За зимою приходит весна, незаметно взрослеют дети, и однажды лишаются сна. Стремительно юность на прекрасной цветущей земле, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой. Слова мальчизна, мама храм.
Сергей Затолокин, Арина Абитова и ансамбль «Резистенс». Под ваши аплодисменты. Браво! Позвольте представить вам лауреата всероссийских конкурсов «Россия – вечная держава», обладателя гран-при открытого чемпионата искусств «Зона Восток», победителя конкурса «Во славу Великой Победы». Это все она. Вильмира Пономаренко. И прямо сейчас прозвучит замечательное стихотворение нашего приморского автора Екатерины Бабенко. Стихотворение называется «Самое ценное». Встречайте. Все самое ценное совсем бесплатно. Детский смех, объятия любимых. В полном здравии твои мама и папа. Видеть детей своих здоровых, счастливых. Все самое ценное под боком, рядом. Его не видно и трудно пощупать. Вдох утром, цвета рассветов, закатов. Созерцать море и его слушать. Все самое ценное в любви, заботе. Чувства не купишь, их не спутают с товаром. Бесплатен тот факт, что вы вообще живете. Жизнь нам всем дана просто даром. Решайте сами, чем себя наполнить, за что платить и на что себя тратить. Но покупая что-то, постарайтесь помнить. На самое ценное вам без денег хватит. Аплодисменты, друзья. И давайте каждый сам для себя решит, что для него самое важное и самое ценное. А мы продолжаем. Под ваши аплодисменты сводный хор воскресных школ Владивостокской епархии, Дом детского и юношества имени Крыгина, фольклорный коллектив «Живинка», юноармейский отряд Центра связи Тихоокеанского флота. Встречайте аплодисментами замечательную песню «Аист на крыше». Страна.
Саха Ксения Семенова, под ваши аплодисменты. И замечательная подтанцовка молодежный отдел Владивостокской епархии храма Покрова Божьей Матери. Давайте поаплодируем, друзья, все вместе. Такой вот праздник, день семьи, любви и верности во Владивостоке. Много в ней растет детей. Над Россией небо синее, из ромашек облака. Я люблю тебя, родимая, превосходная страна. И вы знаете, друзья, вот все сегодняшние стоящие у нас взрослые, давайте вот, ребят, друзья, владивостокцы, гости, поднимите руку вверх, кто из вас хотя бы раз в жизни был маленьким, кто-то по-честному. Но молодцы, некоторые до сих пор даже не мне бы хотелось пригласить к нам на нашу праздничную сцену вот этого замечательного юношу. Давайте поаплодируем. Да. Лауреат открытого чемпионата искусств «Зона Восток» Видар Пономаренко. Еще раз аплодисменты. Вы знаете, многие все время в семье борются. Кто же глава семьи? Мужчина, женщина, старшее поколение. Вот стихотворение, которое сейчас прозвучит, оно расставит все точки над «и». Готовы? Отлично. Тогда встречайте. Глава семьи под ваши аплодисменты. Друзья, подрастающее поколение скоро будет помогать.
друзья, все, у кого сейчас мужья, братья, сыновья, внуки находятся в зоне действия СВО, давайте пожелаем им вернуться домой с победою. Всех ждем живыми и здоровыми. Да будет так и никак иначе. Но всегда в кругу